Тверской области стали меньше выявлять поддельных денежных знаков. Таковы данные регионального управления Центробанка. При этом фальшивомонетчики продолжают удивлять, изготавливая не только купюры. Подробности в нашем сюжете. 31 дензнак, содержащий признаки подделки, был выявлен в нашей области в третьем квартале текущего года. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 22-го. 24 таких купюры и даже одна монета выявлены в Твери. Остальные в других муниципалитетах региона. Если говорить о купюрном составе, то 65% подделок – это 5000-ные банкноты. Или 20 штук. Одна банкнота 2000-ная, 9000-ных. И, кроме того, была выявлена одна поддельная монета номиналом 10 рублей. При этом в ЦБ отмечают, что, несмотря на высокий уровень защиты, надо обращать внимание на имеющиеся у вас на руках деньги. Проверить их можно прямо на месте, при помощи своего смартфона. Есть очень хорошее приложение, называется «Банкноты Банка России». Там показаны все защитные признаки всех банкнот, которые сейчас находятся в обращении. И им можно воспользоваться, чтобы определить подлинность банкноты. А если вы заподозрили, что к вам попали поддельные деньги, ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться. Подозрительную купюру надо отнести в любой банк, где направят ее на экспертизу в отделение Центробанка или просто передадут полиции.